Здравствуйте, это информационный канал «Тема дня», но и сегодня главная тема – это Международный день учителя. Начиная с 1994 года, ЮНЕСКО ежегодно 5 октября отмечает эту дату в ознаменование годовщины подписания в 1966 году рекомендации о статусе учителей. В этом документе были установлены права и обязанности педагогов, а также стандарты их первоначальной подготовки, постоянного профессионального развития, найма, трудоустройства, условий преподавания и обучения. Кто же он? Идеальный учитель. Много социсследований проведено на этот счет. Так вот, выяснилось, что 29% опрошенных предпочитают видеть учителя женщину, а 15% мужчину. Причем возраст для респондентов оказался более важным критерием при выборе педагога. Многие считают, что самый подходящий в промежутке от 31 до 40 лет. Но что касается Краснодарского края, то в регионе всегда с уважением относились к профессии учителя, независимо от его возраста, проводят разные конкурсы профмастерства. Так кто он, современный учитель? Мы обсудим сегодня вместе с гостями в студии учителем года Кубани 2020 Ириной Марюхиной, преподавателем русского языка и литературы Краснодарской гимназии номер 3 и заслуженным учителем Кубани Ольгой Черной, учителем биологии школы номер 10 Красноармейского района. Я вас приветствую. Конечно, впервые в такой ситуации, когда передо мной учителя за партой. Ну, разрешите от всех зрителей, от всех учеников нынешних, бывших и будущих поздравить вас, конечно, с этим днем, потому что в день учителя учитель без цветов не представляется. Кстати, вам, наверное, всегда дарят цветы в этот день? Или были какие-то оригинальные поздравления? Может быть, кто-то стихи сочинил? И стихи, и песни, и серьезно? Красивые часы с надписью «Спасибо учителю». Ух ты! Но самый дорогой подарок – это всегда улыбки детей. Угу. И просто придут, скажут: мы вас поздравляем и любим. И мы вас любим, да? Да. У вас, Ирина Андреевна? Наверняка цветами, вот, конечно, вы рады цветам, но не удивите учителя в профессиональный праздник именно букетами. Что вы ждете сами от учеников? Какого поздравления? Вот что для вас было бы милее, приятнее? Может быть, действительно какое-то простое слово? Спасибо, это, да? Да, вы абсолютно правы. Это какое-то искреннее слово, сказанное с любовью от самого сердца. Это самое дорогое. Самое дорогое. Ну и как вас поздравили сегодня? Это ваши главные люди в вашей жизни, ваши ученики. Наверное, я могу так сказать, да, все-таки? И какое место в вашей жизни, кстати, ученики занимают? Самое главное, наверное, ради этого мы и ходим в школу. Потому что прежде всего для нас, для учителей, это именно ученик, его сформировавшийся внутренний мир. Самое главное. Для вас, Ольга Петровна? Ну, конечно, тоже. Иногда, к сожалению, своим детям внимание достается родным, имею в виду, чуть меньше. Да? Да, учительские дети в этом плане немножко обделены, потому что чужим детям внимание иногда уделяешь больше. Серьезная ревность есть, да, такая? Однозначно. А ну как это проявлялось, наверное, может быть, когда ваши дети родные были совсем маленькими, наверное, высказывали что-то? Ну, когда мама работы, будет говорю, дома, да? Сегодня я со своими детьми, а не мама, твои дети дома. И так далее, да? Главное, вот что в профессии учителя на сегодняшний день? Как вы для себя определяете? Потому что, ну, много что пережил институт педагогов, так скажем, да? На сегодняшний день педагог – это кто? Педагог на сегодняшний день – это прежде всего наставник, это человек, который поможет сформироваться ученику и стать успешной личностью. Возникает вопрос, что подразумевать под успешной личностью. Но, наверное, на сегодняшний день мы вот с коллегами общаемся на разных форумах и профессиональных сообществах. Мы вот пришли к такому выводу, что это тот человек, тот выпускник, который сможет адаптироваться максимально успешно в современной жизни. Вот сегодняшнюю программу начали с исследований. Очень много всякого разного проводят наши социологи. И вот даже по этим данным, как вам такие возрастные ограничения с 31 до 40? То есть дети действительно хотят видеть у доски перед собой, как наставника, человека за 30 лет, не совсем молодого учителя? Ну, этот промежуток возрастной, я думаю, легко можно объяснить, потому что это как раз-таки тот возраст, когда уже человек набрался какого-то определенного
опыта жизненного, угу. который обладает мудростью, ну или, по крайней мере, должен в идеале обладать уже определенной мудростью. И, наверное, это самое, по мнению родителей, я думаю, здесь прежде всего, угу. Все же, поскольку дети слышат разговоры, прислушиваются к родителям, такой оптимальный возраст учительский. Да? Почему он ограничен только 40 годами? Вот это вопрос, да, здесь я бы не согласилась. Я тоже, кстати, не согласна. Потому что, прежде всего, энергия учительская, она не ограничена возрастом. И пока учитель готов делиться энергией, любовью, знаниями, он будет интересен своим ученикам в любом возрасте. Ну, не могу не спросить про двоечников и отличников. Одинаково любите и тех, и других? Обязательно. Причем двоечники очень часто бывают успешными, более да? успешными по жизни и чаще здороваются, скажем так, когда заканчивают школу. Согласна. Вот я не отличница. Скажем так, вот яркий пример. Были тройки даже, грешна. А у вас то же самое, да, отношение к отличникам и к двоечникам? Да, я вообще для себя не выстраиваю никакой дифференциации и тем более каких-то приоритетов, которые связаны с оценками. Уже давно все выдающиеся педагоги приходят к выводу о том, что все-таки оценочная система, она не совсем верна. Вообще, в принципе, можно и нужно, наверное, от нее даже в какой-то степени отказываться. Поэтому здесь вот троечники, отличники, для меня это как-то, знаете, я не придерживаюсь, не смотрю на это. И когда, вот можно еще? Конечно. Когда вот приходят родители первый раз на собрание, да, я все время говорю, наша с вами задача, чтобы дети к концу учебы в школе не стали отличниками, а чтобы они стали в первую очередь достойными людьми, порядочными, доброжелательными, трудолюбивыми, патриотичными. А следите за судьбой выпускников? Интересуетесь? Ну, очень часто да, конечно. Да? Но мне кажется, сейчас как раз именно для вас, Ольга Петровна, будет некий сюрприз. Мы, как принято говорить на таких ток-шоу, мы нашли вашу выпускницу. С нами на связи Светлана Сукачева, как раз ваша выпускница. 13 лет назад Светлана закончила школу номер 10, как раз из Красноармейского района. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы стали фармацевтом как раз благодаря, я так думаю, знаниям по биологии, полученным на уроках Ольги Петровны Черной. Это так? Ну, если честно, да, очень большой вклад внес в наш преподаватель в школьные годы. Очень благодарна. Помимо школы и дополнительно еще занималась, уделяла внимание и, ну, ценно. Это очень ценно, так приятно. Вот было. Очень хороший преподаватель. Нам так еще повезло, что последние два года в школе наш выпускной преподаватель, то есть это наш классный учитель, еще совпало так. Поэтому мне вдвойне приятно. Ольга Петровна, ну вообще, я смотрю, у вас очень прям слезы да, на глазах. Очень приятно и нам, конечно, это слышать. Но все-таки, почему хотелось идти на занятия, на урок по биологии имени Ольги Петровны? Неужели не хотелось прогулять? Нет, не хотелось. Было очень интересно. Я хоть и не отличница, как бы хорошист, заканчивала школу, да, ни с медалью, ни с чем, но было очень приятно всегда что-то новое, что-то интересное. Старалась как-то донести нам, чтобы все поняли. То есть не выделять кого-то, да, там, из толпы, а вот чтобы каждый что-то получил для себя по предмету биологии. Это очень важно просто. Светлана, а как... взгляд, как бы, да, для детей, чтобы они понимали, то есть доступно было донесено, вот. А как вас называла Ольга Петровна? Помните? Нет, если честно. Но всегда уважительно и ласково, да? Да. Спасибо вам. Хорошее отношение, то есть о плохом даже не вспоминаешь. Может, какие-то моменты были, что мы могли вызвать какой-то негатив. Мне кажется, все дети могут это сделать. Но всегда все достойно, никогда никого не было обиженных. Угу. То есть это... Спасибо большое. На связи с нами была Светлана Сукачева. Ольга Петровна, ну, наверное, учитывая вот такие отзывы ваших выпускников, за ваш такой труд вы получили статус, наверное, действительно заслуженный, заслуженного учителя Кубани в прошлую пятницу, с чем мы вас, конечно, поздравляем. Спасибо. И я еще знаю такой факт, что почему-то, ну, многие, ну, не почему-то, а понятно, что многие ваши ученики связывают жизнь именно с медицинскими профессиями. Это так? Вот как да. вы объясняете вот, это? Знаете, наверное,
наверное, результат труда. Uh-huh. Это даже не то, как дети сдали экзамены, какие они там выиграли конкурсы, а их дальнейшая судьба. И вот я, наверное, действительно могу гордиться тем, что мои выпускники стали врачами. Больше 10, наверное, человек. Медсестрами такое же количество за эти годы. Работниками сельского хозяйства, специалистами. Учителями физкультуры, тренерами. То есть вот все, что связано с биологией. Каждый год биологию выбирают у меня сдавать около 10 человек. Поэтому мой предмет востребован, и я рада, что детям он нравится, и они потом находят себя в жизни. Ирина Андреевна, с русским языком, литературой также обстоит дело? Вы прослеживаете, кто-нибудь дальше уже связал свою судьбу с этим предметом? Пригодились ли ваши знания в дальнейшем? Ну вот я не такой опытный учитель еще пока, как моя уважаемая коллега. Да, я только в следующем году буду выпускать первых своих 11-классников. Поэтому пока мне еще вот о дальнейшей судьбе нечего сказать. Ну а по поводу русского языка, это вообще святой предмет, потому что его все обязательно сдают. И он требуется на любой абсолютно факультет. Поэтому в этом ключе, конечно, русоведы это... Ну, одни из основных учителей-предметников. И русский язык, безусловно, это приоритетный предмет для каждого абсолютно. И это мне очень приятно. А вот что касается литературы, литература, она требуется на все творческие профессии. Поэтому, безусловно, учителей-словесников... самые творческие дети вот потом. Да, но вы сказали, что не такой опыт у вас, как у вашей коллеги, но зато вы, наверное, более популярны у нашего канала, это точно, потому что вы принимали участие в записи телеуроков в тот самый ответственный момент, когда необходимо было дистанционное обучение. Как вам этот опыт? Замечательный опыт, очень полезный. Все коллеги, которые принимали участие в этом проекте, в восторге, потому что действительно мы вложились и с полной отдачей подошли к этому проекту, да, и попытались на достойном уровне поддержать наших детей в это нелегкое время. Ну, у вас, да, уже опыт и телеведущие есть, поэтому скоро мы можем с вами вполне поменяться местами. Продолжим разговор и поздравлять учителей с их профессиональным праздником сразу после рекламы. Ну, судя по антуражу в студии, я думаю, что вы догадались, что сегодня тема дня полностью посвящена Дню Учителя. И прямо сейчас продолжим разговор вместе с психологом, с Василисой Головиной, интегративным психологом. Василиса, здравствуйте. Добрый день. Мы уже сегодня в первой части поговорили с нашими уважаемыми педагогами. Взгляд психолога на портрет современного учителя. Кто он сегодня? Какими качествами должен обладать? В моем представлении главная задача учителя – это воспитывать и обучать. Да? То есть это те главные функции, которые любой педагог выполняет, работая в школе или в другом образовательном учреждении. В связи с этим для педагога необходимо иметь некоторую базу моральных принципов и ценностей, которая прививается детям. Ну, естественно, это некоторые лидерские качества, которые позволяют быть формальным и неформальным лидером в детском коллективе и завоевывать авторитет, не прикладывая к этому колоссальное количество усилий, потому что энергия, которая тратится на воспитание и обучение, порой сравнима с тем, чтобы удерживаться в позиции старшего и взрослого по отношению к ребятам, которые обучаются. Ну, Василиса, если говорить вкратце, да. Вот еще такой момент внешних данных или схожести с родственниками. Обязательно вот некоторые дети хотят, чтобы педагог был похож на бабушку, на маму, на тетю. Как к этому относиться? Это абсолютно адекватное детское построение взаимоотношений по принципу и подобию отношений с теми значимыми взрослыми, которые есть в их жизни. И когда педагог напоминает в каких-то положительных проявлениях кого-то из значимых взрослых из семьи, да, конечно, для ребенка и для учителя это облегчает нахождение контакта. Но это абсолютно не обязательное условие, и если педагог
в общем-то, в каких-то моментах просто выглядит или ведет себя так, как в его представлении это правильно и органично, то этого достаточно для того, чтобы дети чувствовали настоящесть этого взрослого педагога, учителя, да, и, ну, условно говоря, верили ему в том, что таким, как он, быть хорошо. Спасибо. Василиса Головина была с нами на связи по телефону. Ну, конечно, не могу вас не спросить, прокомментировать то, что мы услышали. Бывали ли в вашей практике какие-то, может быть, случаи, разговоры даже с учениками о том, что вы там на кого-то похожи, или вы такая же добрая, как бабушка моя, или там какие-то другие сравнения? Есть такие откровенные разговоры от учеников? Ну, как-то никогда ни с кем не сравнивали. Ни с кем не было, да? Да. Я думаю, что дети ценят больше всего, когда с ними откровенен и честен. Угу. Они видят, что ты его не обманываешь. И тогда они идут на контакт, и все получается так, как нужно, да? Да, так, как нужно. У вас, Ирина Андреевна, были в практике? У меня как раз таки были такие случаи. Да что ж там говорить. Вот, кстати, в прошлом году один мальчик мама назвал на уроке. Да? Вот да? Я когда к нему обратилась, сделала замечание, и он: «Мама, ну». И потом, конечно, мы рассмеялись все. Это говорит о том, может быть, это тогда произошло, это вырвалось спонтанно, но это как раз таки говорит о том, что для детей личность учителя, а я еще как раз доводилась и классным руководителем как раз вот этому ребенку, действительно многое значит. И, безусловно, они вольно или невольно, но они проводят какую-то параллель между, вот в данном случае, даже матерью. Когда я приходила на работу, мой директор Зинаида Витальевна, она говорила: «Ирина Андреевна, ну вы готовы взять классное руководство? Вы готовы стать матерью для 30 детей еще, помимо своих трех?» Поэтому это, безусловно, есть эта связь, да. Особенно детям в младших классах, они девочки, они более открыты в этом плане, и они очень часто подходят и говорят мне: что, Ирина Андреевна, вы вот очень на мою маму похожи. Ну, здорово. А вот как раз выражаясь, опять же, в вашей терминологии, вы наблюдаете, есть ли желание у молодых педагогов тоже стать мамами для там 30 новых детей? Приходят в школу сейчас работать? Приходят. Да, и достаточно в большом количестве приходят. Очень многие остаются после прохождения практики. Но здесь вот важен первый год, потому что все-таки это работа не для всех. Первый год. Если человек не остается в течение первого года по каким-то причинам, то значит, вот несмотря даже на желание быть учителем, все-таки работа не подошла. Ольга Петровна, ну, вы же работаете в сельской школе, да? Да. Вот у вас свой взгляд и своя, наверное, ситуация, да? Как, что вы скажете? Есть текучка, как говорят? У нас очень много сейчас приходит молодых педагогов. И действительно, те, кто первый год не выдерживают вот нагрузки... Уходят? Да, они уходят. Ну, значит, это не их. Основная масса, если задержались, то понимают, что это как второй дом, и с душой идут к детям. И посвящают этому потом, в общем-то, уже всю жизнь. А как вот можно, допустим, удержать педагога, ну, в городской, в сельской школе, неважно? Или это только личные, даже только быть, личные мотивация качества, какая-то, да? Только личное качество конкретного человека. То есть или он любит детей и готов проводить с ними время. Вот как некоторые заходят, говорят: какой у вас кошмар. Для нас это нормальная обыденная обстановка, ситуация, обыденная, да? Да, мы этого всего не замечаем, для нас это нормально. И поэтому большое количество детей разных возрастов, с разными своими проблемами какими-то, которые мы решаем, тогда это человек воспринимает и потом работает с этим. А количество детей в классе в сельской школе, в городской, интересно, разное? Сколько у вас? До 30, не меньше. У нас больше 30, да, я думаю, что разница. Это объяснимо, да? Это объяснимо, да. Есть ли в принципах преподавания разница в городской школе и в сельской, и в самих детях в отношении к учителям? Ну, я думаю, что разницы, по крайней мере, в нашей школе нет. Мне, наверное, повезло, я работаю в Красноармейском районе, который является одним из лучших по качеству образования в крае. Работаю в 10-й школе, лучшей по качеству образования в нашем районе. Поэтому качество у нас очень высокое. Весь педколлектив обладает высоким мастерством. Наши дети успешны, они показывают высокие результаты, поэтому государство вкладывает в нас большие деньги. У нас появилась в прошлом году точка роста, что, в общем-то, стирает отчасти эти границы.
Ну, по крайней мере, для нашей школы это точно не актуально. Вот мы сейчас с вами проговорили, как привлечь педагогов новых в сельскую школу работать. В том числе у нас есть программа «Земский учитель». Подробнее о ней мы поговорим с Оксаной Шамаловой, ведущим консультантом отдела общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Оксана Ивановна, здравствуйте. Да, добрый день. Вас тоже с праздником поздравляем. Как в крае спасибо. Министерство образования региона как раз реализует программу «Земский учитель»? Программа реализуется следующим образом. Ежегодно программа будет длиться 3 года, 2021 и 2022. На каждый год у нас в федерации определена конкретная квота. В этом году это было 103 человека, 103 вакансии были заявлены. Эти вакансии утверждаются приказом, размещаются на федеральном портале и на сайте регионального оператора, которым является Институт развития образования в Краснодарском крае. Вот. И уже участники, которые хотят принять участие в программе «Земский учитель», они непосредственно выходят либо на сайт регионального оператора, либо на федеральный портал, какие бы им хотелось занять, да, свою, ну, в соответствии со своим учебным предметом, и вакансии находятся. Угу. То есть вот таким вот образом была реализована программа. Спасибо. Оксана Ивановна, совсем коротко, вот как вы считаете, бонус в виде 1 000 000 рублей, этого достаточно, вот, чтобы, ну, таким крючком для педагогов стало? Мы эту ситуацию в настоящее время анализируем, достаточно либо нет, но программа есть программа, 1 000 000, они же нам, не мы их утверждаем, да, это федеральные деньги, поэтому мы считаем, что те учителя, которые уже переехали к нам в край, да, жалоб никаких не поступило, поэтому все либо съемное жилье снимают, либо кто-то переезжает, продает жилье, приобретает здесь, то есть как самостоятельно решает данный вопрос. Тем не менее, все 103 вакансии у нас уже закрыты. Спасибо. Оксана Шамалова была с нами на связи по телефону. Ну а дальше самое интересное. Пятерки ставите охотно своим ученикам? Конечно. Честно. И хором ответили. Двойки бывают? А как без этого? Бывает. За поведение или по предмету? Нет. Или даете шанс исправиться? За поведение двоек быть не должно. Значит, учитель не доработал. Двойка может быть только по предмету, который можно исправить. Но вот сейчас, наверное, будет самое интересное. Не знаю, сколько лет вы не стояли у доски, как ученики? Двадцать во ремонт школы, наверное, да? Да? Стояли. Много. Оценки я вам точно ставить не буду. Это вы сделаете каждый друг другу. Мы сейчас поменяемся предметами. Ирина Андреевна преподает русский, Ольга Петровна – биологию. И вы сейчас друг другу, я вам дам задание, выполнять будете вы. Ольга Петровна, вас прошу к доске. Хорошо. Не думала, что когда-нибудь скажу эту фразу. Ольга Петровна, так как вы ведете биологию, задание для вас будет по русскому языку. Разберите, пожалуйста, слово по составу. Слово сегодня связано с этим днем. А глагол «выучила». Интересно, попробую. Напомню, что разбор по составу вы можете прокомментировать. Это что мы от вас хотим? Ну, я думаю, суффикс, корень, окончание. Правильно? И основа. Все верно. Так, выучила. Написали без ошибок, уже хорошо. Итак. Ну, я думаю, что корень «уч», «вы» – приставка, «а» – окончание. А вот как с суффиксами быть? В современной школе, надеюсь, не изменились эти условные обозначения. А вот это суффикс, но я не помню, здесь 1 или 2. Я бы поставила 1, если честно. Вот так. Но вы меня не слушаете, я могу вам плохо подсказать. Вот. Хоть и на первой парте звонок сижу. Другу, да? Тогда можно учителю. Пожалуйста. Вопрос, я думаю, вопрос к учителю. Но здесь на самом деле 2 суффикса. Это суффикс и суффикс л. И мы можем даже нашим телезрителям такую подсказку на будущее. Если это глагол в прошедшем времени, то суффикс л как раз таки является показателем грамматической формы прошедшего времени. Ольга Петровна, я не хотела вам сбить оценку, но все-таки давайте сегодня пятерки поставим. Пятерка, да. Ну, поскольку я все-таки учитель, хотя бы 4. Ошибка-то есть. Ну, как можно после такой просьбы не поставить, да? Я думаю, что вы блестяще все-таки справились. Это спасибо. Я вас сбила немножко с толку. Ну, и еще вот, кстати, можно, если вот совсем придираться, то вы основу не выделили. Да. Вот. Ну, в честь праздника мы вам прощаем. Ирина Андреевна, ваша очередь. Так. Каково ну и, соответственно, мы обменялись заданиями. Вам будет задание из курса биологии. А что мы помним, ну, во всяком случае, я. Ну вот давайте что, инфузорию туфельку нарисуем?
Так, да? Да, хорошо. Но я помню, что это что-то такое... Ну, у вас вообще подсказка, это вот, что-то вроде в форме, да, туфельки. Да, и что-то такое вроде бы в форме туфельки. Вот абстрактное, не, да? Не знаю, может быть, вот что-то вот такое, какой-то жгутик есть. Я плохой сегодня подсказчик, реснички, поэтому вы меня не слышите. А, прям даже вокруг, да? То есть это реснички, я вспомнила. Да? Да. Реснички? Ну, тогда вот так, по всему периметру. Так, ну этого мало. Там, я помню, еще какие-то ядра были, да? Ой, у вас, наверное, была пятерка по биологии. По биологии, нам было целых два ядра. Где они должны быть расположены? Давайте по центру, большое и маленькое. Да. Так. Верно? Все, справились с заданием? Да, ну можно еще две сократительные вокали в виде солнышек. Солнышки внутри, да? Сверху и снизу, да, внутри. Еще одно солнышко или здесь? Вверху и внизу. Вот так? Здорово. Ну вот мы вспомнили и правила русского языка, и биологию. Ну пусть сегодня будет такое у нас инфузория туфелька. Еще раз вас с праздником. Напомню, что у нас в гостях была Ирина Марюхина, учитель русского языка и литературы из Краснодара, учитель года Кубани 2020, и Ольга Черная, учитель биологии школы номер 10 Красноармейского района, заслуженный учитель Кубани. Увидимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.